Вопрос. Мне 57 лет. Как снизить вес, если нарушен обмен веществ? Проблема с щитовидной железой и артроз тазобедренного сустава. Ну давайте так, брать ответственность на себя. Я ела так, это называется, что у меня теперь большой вес. И это называется нарушение обмена веществ. Ну, я типа это так называю. Понятно, что если есть проблема с щитовидной железой, то каждая булочка может быть, имеет право быть отложенной в виде запасного питательного вещества под названием жир. Потому что если вы делаете, ваша щитовидная железа делает маленькое количество гормонов щитовидной железы, то каждая клетка не может сжечь пищу с образованием энергии. Ей это сложно. Поэтому она эту пищу просто откладывает. Но, извините, можно же пересмотреть пищу, можно же повысить все равно энергозатраты каждой клетки, даже несмотря на то, что вот такая вот ситуация с этой щитовидной железой. Огромное количество девочек с аутоиммунными тиреидитами, тем не менее, с гипотиреозом, тем не менее, дают очень хорошие результаты в системе старости нет. Но по поводу артроза, ну вы тут загнули, конечно. Ясное дело, если вес выше нормы на 10, на 20, на 30 килограмм, то наши с вами суставы, они не подписывались носить-то, такие на себе повышенные обязательства. Поэтому они будут подвергаться износу. Артроз называется износ. И можно доиграться. Просто сказать, все, у меня нарушение обмена веществ, я ничего не могу с этим поделать. И будет каждый год на 2-3 килограмма больше вес. Вы этого хотите? Я думаю, что точно не хотите. Поэтому берем свою силу волю в кулак и идем на легкие. Курс, но это не курс, это система, которая называется «Старости нет». Это легкая система, легкая в исполнении. От меня вам 5-минуточки каждый день. Можете вы 5 минут со мной пообщаться каждый день? 5-минуточка, пока вы пьете свою утреннюю водичку с лимоном. Вы включаете эту 5-минуточку, и вам приходит новая информация, мотивирующая, умная, полезная. И, конечно же, общение в волшебном чате, где девочки пишут, о, у меня не получается, ой, я сорвалась, ой, я сегодня не пошла на прогулку. А кто-то им отвечает, а я вчера сорвалась, а сегодня пошла, и у меня вот такой результат за целую ступень системы старости нет. Просто сделайте это для себя. Вы этого еще не делали. Вам нужно сделать это для себя. Просто присоединяйтесь, и хороших вам результатов.